Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы находимся с вами в пространстве «Светлый мир». Давайте познакомимся, расскажите о себе, чем вы занимаетесь в «Светлом мире» и какая ваша роль. Меня зовут Олег. В «Светлом мире» я провожу индивидуальные консультации по предназначению людей, а также по раскрытию природы и оказываю помощь в реализации своих обязанностей как мужчины, как женщины и выстраивании своих обязанностей в браке. То есть, можно сказать, те люди, которые немножечко потеряют в этом мире и не могут найти свой путь, они могут прийти к вам, и вы их подтолкнете или укажете направление, дорогу какую-либо? Я постараюсь им помочь самим найти свой путь и утвердиться в своем решении. Но, наверное, все равно выбор зависит от них. Хотят они его? Однозначно. Выбор должен делать каждый сам. Принимать решение должен научиться каждый сам. В этом секрет нашей жизни и нашего предназначения. Гениально, гениально. Приходите в «Светлый мир». К Спиридонову Олегу. К Спиридонову Олегу. Консультации по своему предназначению.